Программа вознаграждения будет работать следующим образом. Первое. Все те, кто сделает перевод до момента, как мы соберем 2 миллиона евро, получат вознаграждение по коэффициенту 100 в течение 3 месяцев после падения режима. Например, если вы сделали перевод в размере 1000 тенге или 2 евро до того, как мы собрали 2 миллиона евро, то после падения режима вы в течение 3 месяцев получите 100 тысяч тенге. Или 200 евро. Если вы сделали перевод в размере 10 тысяч тенге, 20 евро, то получите 1 миллион тенге или 2000 евро. Хочу обратить ваше внимание, неважно какую сумму вы переведете, 1000 тенге, 100 тысяч тенге или 10 миллионов тенге, в любом случае коэффициент остается 100. После того, как мы соберем сумму 2 миллиона евро, коэффициент вознаграждения будет уже не 100, а 50. Такой коэффициент будет действовать до того, как мы соберем сумму 20 миллионов евро. Если вы сделаете перевод 1000 тенге, 2 евро, то получите в течение 3 месяцев после падения режима 100 евро. По такой же схеме с 20 до 40 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет составлять уже 30. От суммы 40 до 50 миллионов евро коэффициент будет 20. С 50 до 60 миллионов евро коэффициент вознаграждения будет 10. Как вы видите, большее вознаграждение вы получите, если сделаете перевод до того, как мы соберем определенную сумму. Друзья, еще раз подчеркну, что вознаграждения будут оплачены в течение 3 месяцев после падения режима.